Есть функция индивидуальной настройки панели запуска. Что это означает? Панель запуска быстрая, то есть это те приложения, которыми основной пользуются чаще всего. Здесь вы можете поменять простым вот перетаскиванием любого приложения, соответственно, туда и обратно, простым перетягиванием, оно остается здесь. Плюс при блокировке, разблокировке экрана вы сможете быстро его запустить, просто перетягивая.